Итак, анорексия. Это не думайте, что заболевание или кто девочки там булимия есть или кто. Ну, не к столу сказано, покушает, потом вырывает, это все идет. Я так не делала никогда. И поверьте, кто это делает, это очень быстро перерастет в хроническое, то есть у вас просто самопроизвольно будет вырывать. Все, сейчас буду кушать, про это больше говорить не буду. Не люблю такие темы за едой. Но я хочу специально кушать, чтобы вот девочки, кто сейчас, допустим, этим страдает, они поняли. Самая главная причина анорексии, вот просто самая главная, я потому что много и среди, ну, такое было у меня, что и среди близких, и так наблюдала очень много. Сама я никогда по причине вот такой специально не страдала, но от недоедания, от нехватки денег на продукты, когда я, живя с мамой, отдельно питалась, платила за квартплату, была такая причина, потому что, ну, я просто не доедала, не специально. Не было такого, а просто не было такой возможности. Причем говорю сейчас с такой иронией об этом. Вообще пофиг. Ну, было и прошло. Вот. Вот счастливый человек, что делает. Он просто идет дальше. Он вот так переступает. Я еще раз говорю, самые сильные, кто вообще добились всего, мне еще, конечно, этого не хватает. Ну, были бы еще, конечно, мозги такие правильные, да? То есть, ну, совсем такой гипермозг, я бы добилась, конечно, успехов. Знания есть, конечно, в этом, что надо пахать, работать и идти дальше. Но, знаете, надо, наверное, таким быть маркетологом, что ли, самого себя, продюсером самого себя, для того, чтобы даже свои знания вложить, упорядочить в какие-то, я не знаю, курсы, практики. Это очень сложно. Так вот, самое главное, вот как, знаете, человек, у которого анорексия, он чувствует себя нелюбимым. Он несчастен. Там, в любви, к родителям, еще что-то. И просто он хочет исчезнуть из этой жизни. То есть похудеть до такой степени, чтобы умереть и исчезнуть. Вот это его единственная цель. А не цель нравится. Его цель – получить любовь. Так что лечится это заболевание только любовью.